смотрите видео, подписывайтесь на канал, стирайтесь вовремя, и будет вам счастье. Вот, вот мы туда шли, и я увидел фламенко «En Vivo», и теперь мы шли обратно, и оказалось, что здесь шоу последнее в 9 часов. И если в Севилье вы очень хотите посмотреть фламенко, несмотря на то, что вам не удалось постираться, вы ждете 25 минут, потому что потом шоу больше не будет. А завтра у нас очень насыщенная программа, поэтому здесь шоу фламенко. Выходили англоязычные посетители, я спросил женщину, она сказала, что довольно-таки неплохо, поэтому мы не будем искать то, где довольно-таки хорошо. Посмотрим здесь и сравним с фламенко Мадрида. Кстати, сказала девушка, что в билет входит тапас, бокал вина, а мы как раз голодные, потому что сегодня ели очень мало один раз. Поэтому, если вы заядлые путешественники, используйте каждую минутку и кайфуйте от La Melonia Tablao Cartel del Rey. Итак, перед тем, как начнется танец фламенко в Севилье, я расскажу. Билет стоит 25 евро с человека, в который входит один дринк. Можно выбрать вино, сангрию, пиво. Я выбрал себе местное Крускампо. Не пил никогда такое. Даши взяли сангрию. Люди вон берут бокал вина. И еще входит тапас. Если хочешь еще что-то покушать, можно взять дополнительной еды. Я настолько камерного театра не видел. Это вот мы просто во втором ряду сидим перед сценой. Все такое малюсенькое. Ух ты, красивый такой вот. Здесь, наверное, не знаю, тореадорский или фламенковский. Такой красивый костюм, все очень малюсенькое, картинки висят, и вот такая барная стойка, где можно заказать еды, выпивки за дополнительные деньги. Вот такие вот горячие севильские парни пляшут, и это все можно здесь увидеть. Такое интересное, колоритное, атмосферное место. Вот такой вот весь зал, малюсенький. Дашка, привет. Будем смотреть сейчас представление. Ну и, конечно же, обязательно сравнивать с мадридским. Ждите на канале Sometimes I Feel. В общем, принесли наши тапасы. Но самый большой минус в этом шоу-спектакле, что снимать во время шоу нельзя. А рассказывать о фламенко, мне кажется, очень глупо, его нужно смотреть, слушать. Главная штука во фламенко – это музыка, потом песня и танец как бы дополняет это все. Хотя я думал, что все наоборот. Поэтому смотрите фламенко из Мадрида. А из Севильи будет, возможно, наш пересказ, а может быть и не будет, потому что нужно приезжать, смотреть и кайфовать от шоу. Формат совсем другой. Здесь было всего три артиста. Одна барышня играет на гитаре, одна поет, одна пляшет. Вот. И это очень вот здорово. Немножко по-другому, но от этого зажигательность и колоритность танца не меняется. Поэтому нужно все это слушать и смотреть вживую. У нас маленький перерыв, съедаем тапас, готовимся к второму акту. И вот только сейчас разрешили в конце шоу сделать фото и видео.